мной начальником отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Саратовской области Терешин Рустам Мухамбетович на основании указа президента Российской Федерации 6.08.2014 номер 560, указа президента Российской Федерации 29.07.2015 года номер 391, постановление правительства Российской Федерации 31.07.2015 года номер 774. Постановление правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года номер 778. Руководствуясь приказом Федеральной службы по ветеринарному фитосанитарному надзору от 5 мая 2017 года номер 421. Принято решение об изъятии и уничтожении партии сыра общим весом 6 кг 232 грамма, выявленным в результате рейдового мероприятия на ТК «Рынок», расположенном по адресу город Саратов, проспект 55 октября, 3-я дача, индивидуального предпринимателя Весцова С.А. арендатора торговой точки номер 81, а также партии сыра общим весом 4 кг 970 грамм, выявленным в результате рейдового мероприятия на ТК «Рынок» по адресу Саратов, проспект 55 октября, 3-я дача, индивидуального предпринимателя Казарина И.А. и арендатора торговой точки 96. Сыр общим весом 1 кг 450 грамм, выявлен в результате рейдового мероприятия на ТК «Рынок», расположен по адресу город Саратов, проспект 55 октября, 3-я дача, Кирпичевой И.А. материально ответственного лица за хранение и реализацию продукции ООО «Южный», арендатора торговой точки номер 91. В ходе проверочных мероприятий установлено происхождение сыра общим весом 1 кг 450 грамм, 6 кг 232 грамма и 4 кг 970 грамм, что подтверждается наличием соответствующей маркировки. Согласно ТМЖ ФИАС, вышеуказанная продукция отнесена к коду 0406 молоко и молочной продукции, за исключением специализированного безлактозного молока и специализированной безлактозной молочной продукции для диетического и лечебного питания. Указанная позиция ТМВ ИАС отнесена к позициям, запрещенных к ввозу продукции, согласно приложению к постановлению правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года номер 778. В соответствии с вышеизложенным, продукция не может быть допущена к ввозу и обороту на территории Российской Федерации и подлежит изъятию и уничтожению в установленном порядке. Все, Нань. Все, Нань. Поближе.